И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Scrap Mechanic, будем поднимать вам настроение классными постройками. Димочек, поздравайся. Всем привет. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Димочек, давай удивляй нас. Как всегда, Димон заготовил заготовочки, классные постройки. Как дурачок ходишь, машешь, да я тоже так поделаю. Я хочу, чтобы ты тоже дурачком. Давай, Димон, грузи. Так, а что у нас первое, Димас? А первое у нас... А что, вылетел Scrap Mechanic, что ли? Фух, да. Я думаю, вылетело уже. Так, это у нас летающая кабака. Да, карта. Я за рулем, Димон. Тихо-тихо, а я-то что делать буду? Во. Ладно, давай, лети, давай посмотрим. Подожди, стой. О, так, Димон, сейчас ракеты буду запускать, наверное, да, здесь? Смотри. О, давай я меня сбьет одна ракета, стреляй. Блин. Эх. Блин. Блин, прикольная машина, Димон. Давай новую. Очень мощно. У меня ракету выстрелишь. Я хочу посмотреть, давай, что будет. Блин, а я не взорвусь? Не знаю. Не, ты не взорвешься. Давай, пускай. Погнали. Димон, она тебя рикошетит. Давай эту маленькую. Блин, они от тебя рикошетит. Странно, странно, странно. Ну ладно, прикольная штука очень. Да, мне нравится эта кабака. Заметил, она из картона сделана или нет? Вроде если бы нет. Нет, она из железки сделана. Так, ты, Димас, пока не убирай эту штучку. Мы сейчас кое-что еще поставим. Подожди, подожди, подожди. Мне надо взять взрывчатку. Во, смотри, что поставил я. Во, так это... Как это правильно называется, эта машина? Танк, я не знаю. Ну, как... Броневик, что ли, не знаю. Да-да-да, броневик. Так, я залазил. О, там прям люк цельный. Воу, Димон, это крутая тачка. А что это она танцует? Она как-то... Она у тебя лоурайдерская, понял? Лоурайдерский этот, грузовик. Ну давай, Димон, еще рессорами поработай. Давай-давай. О, что у тебя за кабака отвалилась? А, получается, смотри, я понял, в чем прикол. Ой. Ну. Ой. Так. Давай ты свалишь отсюда. Смотри, здесь получается два места. Одно водительское. Вот, как положено, видишь? А сверху там еще одно есть место. Оно для штурмовика. Давай садись туда. Может ее обнулить? Не-не, видишь, пушки еще по бокам есть. Так, что так давай, иду, залажу. Садись. Есть, сел. А теперь стреляй, нажимай на кнопку, левую кнопку мыши, стреляй. Не можно стреляет. Мыши? Так. Димас, ты готов умирать? Не-не-не. Ну давай. Поставь тут же жизни нет, я не умру. Свою. Поставь рядом свою. О, тачку. Давай, давай, Димончик, пилю. Давай. Давай вот такую, чтобы много разлеталось со всего. Давай, я хочу взрывы. Смотри. Бум! Одна вот крыша это... осталась. Димон, это эпично. Это я за это зачищальщик. Имба, имба. Блин, Scrap Mechanic в два раза веселей, когда взрываешь машины. И когда взрываешь машины. Вообще ничего не остается. Движок остался еще целый, ничего себе. Да что ты там взрываешь? Тут какой-то вентилятор остался. Смотри. Все, тоже тут зачищаю уже. Давай, да, короче, по кругу прям от бомбы поставлю. Чтобы не удалять, мы, ребята, защищаем. Да. Все-таки оно сгорает здесь. Ну. Воу-воу-воу! Ну. Я какую-то штуку делаю. Не знаю, на кнопки нажимаю, клацаю, что тут. Во, крутится! Должна бомбу бросить. Во, летит, Димон! Куда? Вон, прямо летит, куда стреляю, вон она. Ой, ну только не она не взорвалась, походу. Эй, ладно. Во, как-то так. Как дальше загружать? Как-то еще одну можно загрузить? Видишь, тут еще есть? Во-во-во, смотри, ты прикрепил там, видишь, на этой катапульте? Да, это я. Смотри, я поднимаю эту штуку.
Ну, она не отцепится, я же ее вроде прикрепил. А может отцепиться? А, ну так ты так хочешь? Воу, красиво разлетелось. Димон! Ого, эта штука раскрутилась. Супер сила, супер скорость. Она бесконечно крутится теперь. Не, она остановится по-любому. Не, вроде нет. Заклинило механизм. Сейчас мы, короче, его расклиним. У меня есть один метод для расклинивания механизмов специальный. Я понял, бомбу сейчас накидает тут. Все, расклинило, видишь? Да, да, расклинило. Не, не расклинило? Давай, погнали. Давай, Дима, новую постройку. Сегодня что-то мы не проверяем постройки, а ломаем их. А это тоже одно другому не мешает. Чё, Дима? Ну? Во! О, Дима, это что-то прикольно. Роняй. Это танк. Я хочу залезть. Так, танк, уронись. Я в танке застрял. Нет, кнопотка, открывайся. Кнопотка. Да говно. Во! Чё там, ну-ка, о! О, это я за пушкой. Значит, там, наверное, два места. А, точно! Да, я еду. Ху-ху! Не делать легче, легче! Во, смотри, какой пулемет у нас! Вот это он строчит! А ты его у нас прям как поливалка, вниз. Димон. Вниз, вниз, вниз наклони его. Офигеть, это так круто, он так выстреливает. Вообще имба. Как-то так. Димон, нет! Беги! Я застрял в нем! О, спасибо, я выйду сейчас. Не, еще застрял. Держи, держи, газку тебе, Димас. Нормально ты его подорвал, по феншую. Ничего не осталось от танка. Движки остались. Доломаем движки. Блин, ну крутой танк был. Классно на нем наш самолет и воздушный транспорт сбивать. Вадимас, иди сюда, я покажу тебе еще одну штучку. Давай, что мы там карту засрали. Воу, это вообще бомба, Димон. Вот это да, иди тут сзади, смотри, что. Да не, опусти. Знаю, это... Иди посмотри, что сзади. Ого, он подлагивает у меня чуть-чуть. Ну ладно, не чуть-чуть, сильно. Очень сильно. Ой. Сделал, конечно, круто, реально, ребят, смотрите. Короче, ролица сделать. Человек на 10. Тут и пулеметы, и какая-то еще машина, которая сгребает, ну, это как ковш какой-то. Офигенная штука. Но мы ее взорвем. Нет! Стой, какашка! Нет! Это моя. О, дай я постреляю с нее. Стой, она же стреляет. Не взрывай, Диман, дай я ее покажу людям. Я просто по ней стреляю. А, это ковшик опускать, поднимать, да? Так. Ты можешь просто... О, сгребайте за части, которые тут валяются. Я не могу с пушки стрелять этой. Я ей не управляю. Ты фиг с ними. Подожди, тут есть другая пушки. Кнопка для пушки, да, наверное? Так, ну что, Димас, тебя обставлять минами? Я хотел за пушку еще... О, вот, Дима, на пушку нашел. Ну все, я тебя взорвал. Смотри! Димас. Во, Димон, ты что, псих? Это что, долбежка какая-то? А че она не стреляет? Это обманка! Обманка. Димон, да, я выйду и стрельнешь. Я хочу со стороны посмотреть на это. А че он крепкий оказался?
Димон, это броневик реально крепкий. Он что, не взрываемый, что ли? О, Дима, знаешь, что надо, надо сделать? Нифига себе, он крепкий. Давай так, этот, проверим его живучесть. Все, он уже не крепкий. Ну, да. Такое себе. Ну, еще это можно починить. Вот тебе нельзя, Диман, починить. Давай, Димас. Инструменты тебе давать. Так, переходим к следующей постройке, ребята. Это что у нас? Ты какие-то танки сегодня, Диман, накачал. Пушки у него крутые, а ну постреляй. Воу-воу. Картофанский. Блин, вот бы какую-то постройку найти бы. А, чисто. Сейчас. Скажу, из коробочки. Во. Давай газку, Димас. Газку мне. Давай, давай. Я хочу прям красиво по кругу обложить, как, понял, как бомбы. Как ладно, уже некрасиво, как. И посмотри, ну, сильно он выживет или не сильно? Если стой, чисто по кругу. Стой, не взрывай. Не-не, пока я много хочу наложить. Вот так, да, значит? Воу, красиво, Димон! Блин, ребята! Прям какой-то фейерверк получился у нас танковый. Это какой-то фильм получился. Сейчас, подожди, не взрывай. Когда? А он, кстати, быстро был. Блин, забросал осколками вообще. Тихо, тихо. Та-та-та. Та-та-та-та. Так, такой, Димон, да? Да, да. Под музыку. Только, Димон, не взрывай, давай сильно наложим. Классно звучит, мне нравится. Ты еще эти штуки наверх поставил. Так звучит нормально. Взрыв, взрыв! Вообще, Дима, ничего не осталось. Ничего, просто пустое место. Так. Это что у нас? Не знаю, какой-то пиксель. Ну, какая-то, честно, кусок мазонины какой-то. И непонятно, что это вообще. Блин, так, Дима, для этого, мне кажется, эту постройку и сделали, чтобы разломать ее. Во, это что за кабака? Тоже пиксели. Не хватает РПГшки? О, да, давай на всех так. Ты хочешь, чтобы они прям по очереди взорвались? Вообще ничего. Вот это круто было. Ну ты псих. После нас убирать на карте придется. Только кому? О, это летающая кабака? Летающий покемон. Не, тихо. Че с ним? Я полетел. Ну ты, Димас, испортил, испоганил. Думаю, ладно, давай я уберу бочку. Стой, 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 уберу. Уберу, стой. Убирай, убирай, да, я думаю, что с ней случилось. Давай. Да ну, Дима, какая-то машина, честно, говно. Нет. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!